Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена и развивать инвесторское мышление. Сегодня хотелось бы поговорить про инвесторское мышление, а именно о вещах, которые публичны, которые все видят, которые все слышат, но тем не менее не могут их интерпретировать и самое главное не понимают, как на этом можно заработать. И я сегодня хотел бы на одной отдельно взятой теме сфокусировать ваше внимание и, исходя из этого, возможно, в будущем рассказать, какие можно выбрать для себя способы инвестиций для того, чтобы значительно увеличить капитал в долгосрочном периоде. Давайте поговорим о информации, которая в последнее время становится все больше, но при этом она как-то вылетает так разрозненно и единый пазл не складывается. Первое, да, то есть вот давайте такими большими блоками просто пройдемся, а потом попытаемся связать это в единый пазл трехмерный. Порядка 3-4 лет назад очень серьезно обострилась ситуация, связанная с континентальным шельфом, с присутствием России в Арктике. То есть свои претензии заявляет Канада, свои претензии заявляют Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Россия. То есть опять начинают направлять какие-то экспедиции, опять начинают определять, к какому континентальному шельфу это относится, то есть какая плита там стоит и кому, в принципе, это все принадлежит. Я сейчас хочу поговорить вообще, в принципе, про Арктику. Холодно, голодно, ничего особо нет. Да, много месторождений, все это понимают. То есть это и континентальный шельф, залежи газа, залежи нефти. Это и самое главное, это Северный морской путь, которым в последнее время, последние 3-5 лет, можно видеть такие разрозненные сообщения. Северный морской путь восстанавливается. Раз. Восстанавливается граница, территориальное присутствие, ставится система, современная система вооружений по Северному морскому пути. Росатом совместно с ДВМП компания «Феска» начинает активно включаться в разработку Северного морского пути. Угольные компании, которые серьезно реструктуризируются, где происходит переход права собственности от одних инвесторов к другим, разрабатываются новые месторождения угля. И все это сводится к тому, что транспортировка будет осуществляться не классическими контейнерными перевозками, полувагонами, как это осуществлялось до недавнего времени, а опять-таки все эти средства будут брошены через Северный морской путь. Вообще грузопоток через Северный морской путь в следующие 5 лет должен увеличиться как минимум в 5-10 раз. То есть это значительный рост грузопотока. Здесь мы наблюдаем не просто, что ведутся разговоры, а подписываются контракты, заказываются суда нового ледового класса, прокладываются ледоходы. И здесь возникает такой закономерный вопрос. А что же такое происходит, да? То есть почему вдруг в последние там 3-4 года возник такой значительный интерес к Северному морскому пути? Еще 3 года назад выступал господин Азуан, это ректор экономического факультета МГУ, перед студентами там рассматривался вопрос со сценария дальнейшего развития России. При этом опрашивали собственников крупных предприятий, менеджмент крупных предприятий, государственный аппарат опрашивали. И, соответственно, сценарии были разбиты на 3 составляющие. То есть, начиная от наиболее вероятного к наименее вероятному и от наиболее желательного к наименее желательному. Так вот, более вероятный, но наименее желательный сценарий был связан с тем, что остается все так же, как и движется и двигалось до того времени, да, то есть это усиление такого, то есть страна становится более замкнута, страна становится более такой военизированной, значительная часть средств идут на военные расходы, да, и это некое такое стремление и желание России стать там СССР версии 2.0, да, то есть объединив в своих интересах, да, определенный круг государств, которые растут. Этот сценарий при этом считался наиболее вероятностным, но наименее желательным, да, в плане роста экономики, потому что технологическое отставание, потому что уменьшение размера человеческого капитала, интеллектуального капитала, достаточно низкий рост численности экономически активного населения внутри страны. И это вот как бы был первый вариант. Второй вариант заключался в том, что Россия становится неким таким логистическим хабом. Логистическим хабом, связанным с тем, что если посмотреть там великие империи, каким образом они развивались, да, очень много зарабатывалось, великий шелковый путь, путь из варягов в греки, то есть когда через твою территорию происходит транзит определенных товаров,
между различными странами. И, соответственно, страны-транзитеры, которые производят, тебе платят за охрану, за сопровождение грузов, за то, что они в целости и сохранности поступают, плюс вот территории, по которым проходят караваны, они экономически развиваются. Это был такой второй по, ну, то есть середнячковый сценарий, да, то есть он менее вероятный, чем первый сценарий, но он наиболее предпочтителен. Увеличивается размер транспортных потоков, развивается обслуживание вот именно этих транспортных потоков, и от этого компания зарабатывает, когда Россия становится неким таким логистическим хабом между Европой и Азией. Ну и третий вариант, который был наименее вероятностным, но наиболее благоприятным, это связанность с активным ростом человеческого капитала, интеллектуального капитала, когда увеличивается рождаемость, когда растет производительность труда, когда увеличивается качество образования, увеличивается качество научных разработок, увеличивается продолжительность жизни, и в этом случае очень быстро растет производительность труда, и экономика переходит к двузначным темпам роста. То есть это сценарий был наименее вероятностный, но наиболее предпочтительный. Исходя из этого, да, у нас прошло там порядка 3-4 лет после того, как это выступление было произведено. Можете найти его в Ютубе. Из первых уст, что называется, получить. Что мы наблюдаем в настоящий момент? Да? То есть Россия, с одной стороны, вроде бы как идет по первому сценарию, который наиболее вероятен, но наименее перспективен, но при этом мы наблюдаем очень активное движение именно в направлении некого такого логистического хаба. То есть за это время, по сути, проведена, и в 2024 году будет введена новая федеральная трасса Москва-Казань, скоростная, где планируется ввести ограничение скорости там 160 км в час, машина может ехать непосредственно. Второе, расширяется пропускная способность БАМа и Транссиба. Северный морской путь, Росатом, который высокомаржинален, у которого большие остатки по деньгам, начинает инвестировать именно в Северный морской путь, заказывает определенные суда, которые сдаются в лизинг, финансовую аренду. Создаются новые ледоколы, Россия начинает четко расставлять границы, да, то есть что конкретно в Арктике принадлежит России, кому принадлежит, каким образом это охраняется. Если из последних новостей, что мы непосредственно наблюдаем, новости последних двух лет, наверное, да, Норильский никель, как компании-производители драгоценных металлов, платина, палладий, да, активно тоже часть потоков планирует перенаправить на Северный морской путь. Перевозка угля через Северный морской путь, вы видите сейчас у себя на карте, он по протяженности в два раза меньше традиционного пути. То есть, если говорить о том, что каким образом осуществляются поставки товаров из Азии в Европу, то нужно понимать, что Северный морской путь, он в два раза короче. И при прочих равных условиях получается, что если у вас путь в два раза короче, то вы можете снизить свои логистические издержки в два раза. Соответственно, снижение логистических издержек в два раза приведет к тому, что вы можете, в принципе, свои товары продавать на 20-30-40% меньше. Азия может продавать свои товары в ту же самую Европу. Но при этом почему-то идут предпочтения к тому, что идут традиционным путем. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что до недавнего времени Северный морской путь, ограниченное время, когда он работает, постоянно нужно сопровождение кораблей ледового класса и стоимость страховки, страхование грузов для того, чтобы перейти по Северному морскому пути и чтобы пройти по классическому морскому торговому пути, гораздо меньше. Сейчас наблюдается некая история, связанная с тем, что все-таки развивает. Глобальное потепление приводит к тому, что в Арктике льдов меньше. Пропускная способность пути увеличивается. Помимо всего прочего, 1 ноября «Магнит» заявил о том, что он запускает тестирование логистики через Северный морской путь. То есть «Магнит» ориентируется непосредственно или на поставки в азиатский регион, или на поставки из азиатского региона. И здесь получается, что туда начинают течь потоки, финансовые потоки, потоки логистической инфраструктуры. Помимо всего прочего, развивается Приморский край, да, то есть отдельная история с островом Русский, что там собираются сделать. И получается, что это некая такая точка. Точка, которая действительно обладает значительным потенциалом роста. И здесь возникает вопрос, куда идет мир, куда он катится. С одной стороны, развивается Северный морской путь. С другой стороны, если посмотреть, что происходит сейчас, и взять именно историю с классическими транспортными поставками, то что мы здесь начинаем наблюдать? Первое. Посмотрим на ситуацию в Пакистане, которая находится в досягаемости. То есть, во-первых, есть ядерное оружие,
Б, соответственно, он находится на пути классического морского торгового пути. Нестабильность, неопределенность, напряженность. Что происходит сейчас в Иране? Что происходит сейчас в Саудовской Аравии, когда обостряется ситуация, связанная с тем, что там, ну, прям заварушка такая существенная растет, да, и королевство Саудовской Аравии ждет, что на нее там будет оказано какое-то военное давление, военное вмешательство со стороны Ирана. Что происходит, опять же, в той же самой Эфиопии? Вообще, если брать вот этот вот узкий участок, это территория Персидского залива, Суэцкий канал, то в этой ситуации очень сильно растет геополитическая напряженность. То есть война, ну не война, а напряжение между шиитами и суннитами, то есть два направления в исламе, очень серьезно обостряется, конфронтация обостряется. Каким образом ведет себя Турция та же самая, да? То есть вот вообще взять этот регион, то есть этот регион становится под угрозой. Что будет со страхованием товаров, которые будут пересекать этот торговый путь? Если там будут бушевать какие-то военные конфликты, будут летать ракеты, будут летать боевые вертолеты, будет, в принципе, горячая пора, да, друг с другом все как-то будут конфликтовать, как каким-либо образом будут воевать. Получается, что стоимость страховки в этом случае вырастает. Если же мы посмотрим на Северный морской путь, то он находится в зоне отсутствия любых геополитических конфликтов, да, и здесь возникает вопрос обеспечения безопасности по ледовой обстановке, а мы здесь видим, что увеличивается количество судов ледового класса плюс те же самые ледоколы. Если мы говорим о горизонте инвестирования в 10, 20, 30 лет, то давайте посмотрим на этот глобус, давайте посмотрим на эту карту именно в этом контексте, что обостряется ситуация в районе Аравийского полуострова, в районе Западной Африки, и при этом сохраняется стабильность и увеличивается транспортная логистика, транспортная доступность Северного морского пути. Если 30-40% поставок товаров, которые производятся в азиатском регионе, а это все, это и Вьетнам, и Корея, и Китай, и Тайвань, и Таиланд, и Индонезия в какой-то степени, да, то есть эти поставки будут переориентированы на Северный морской путь, который пойдут в Европу. И опять же, строятся ли какими-либо другими странами классы судов именно ледового класса. И сейчас это начинается, абсолютное большинство компаний, которые это обеспечивают, они, соответственно, находятся вне зоны публичного пространства, то есть они не являются публичными компаниями, за исключением, может быть, ФЕСКО, да, то есть ДВМП. Посмотрите, кстати, на акции Дальневосточного морского пароходства. Эти акции есть в портфеле каждых из моих детей в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день» и достаточно давно, то есть это акции, которые выросли в 4 раза, потому что она как раз-таки развивает это направление. И я сейчас не к тому, что я вам даю рекомендацию, что конкретно покупать. Я вам говорю о том, что эта информация находится в публичном пространстве. Вопрос в том, что эту информацию просто мало кто может интерпретировать. Это один из таких вариантов, куда, что называется, катится мир, где может быть новая точка роста. Еще раз, просто задумайтесь, посмотрите на карту текущих потоков логистических, да, и если хотя бы 20-30% этих потоков будут переориентированы. Ну а если там будут серьезные конфликты военные на классическом пути, ну или Африку придется тогда огибать, и тогда у вас этот путь вообще увеличивается там в 3-4 раза, или вы будете направлять это через Севморпуть. Здесь выводы какие? Интересно Россия, интересен тот же самый Приморский край, потому что часть поставок все-таки идет сухопутная. Второе, это если вы глобальный инвестор, посмотрите внимательно на компании, которые работают на Аляске, какие-то инфраструктурные в Америке, посмотрите на ту же самую Канаду. Ну и, соответственно, Россия, что называется, тоже является существенным бенефициаром этих направлений движения. Я думаю, через 20 лет та политическая составляющая, экономическая составляющая, которую мы наблюдаем сейчас по отношению к России, может существенно измениться. Политика – это надстройка над экономическим базисом. Экономический базис, он такой. Опять же, товары, основной поток производства товаров находится в Азии, и их нужно доставлять. И здесь очень многие, особенно в период пандемии, задумались о том, каким образом настроена и организована логистика. Вот такие вот точки роста, вот такая вот информация, как меняется мир. Но о том, как на этом можно заработать, расскажем в одном из следующих видео на канале. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, щелкните колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.